Здравствуйте, меня зовут Колмакова Татьяна. Сегодня я расскажу вам о том, что делает Кангин воду такой особенной. Здесь у нас представлены различные типы воды. Это та вода, которую раньше пила, и это, наверное, та вода, которую вы пьете сейчас. Одно из свойств Кангин воды – это щелочность. Я покажу вам это при помощи капель pH. Здесь у нас идет кислая среда, затем 7 – это нейтральная, и затем идет щелочная. Накапаем по 2 капельки в каждый из стаканчиков. Это у нас вода, святой источник, имеет pH воды 7. Здесь у нас бонаква, это слабокислая вода, где-то в районе 6,5. Здесь у нас бонаква, как вы видите, это уже кислотная вода. А здесь Бонаква Вива, это сильно кислотная вода. Спрайт является также сильно кислотной водой. Это водопроводная вода, как правило, она слабокислая, слегка щелочная, потому что государство поддерживает у нас воду на уровне где-то pH 7. Это Кангин вода. Кангин вода pH 9,5. Как вы видите, она уже щелочная. Кангин вода способна нейтрализовать излишки кислотности в организме. Я покажу вам, как вода меняет цвет. Добавим немножко кангин воды в каждый стаканчик. Данные напитки настолько кислотные, что для нейтрализации вот небольшого стаканчика этой воды необходимо 34 стакана Кангин воды. Посмотрите. Более того, эта вода настолько кислотная, что даже небольшого количества ее хватает для того, чтобы перекрыть полностью щелочность воды. Подобные напитки, как спрайт, кока-кола, являются сильно кислотными напитками, и организм тратит большое количество энергии для того, чтобы нейтрализовать излишнюю кислотность. Кангин вода балансирует организм и нормализует кислотно-щелочной баланс. Сильно щелочная вода 11,5 обладает удивительными чистящими свойствами. Мы моем ей овощи, фрукты перед тем, как их приготовить. Возьмем помидорки, купленные в обычном супермаркете. Зальем одни из них обычной водопроводной водой. И во второй стаканчик нальем сильно щелочную воду, Кангин воду 11,5. Оставим в таком состоянии на 10-15 минут. Спустя некоторое время мы сольем воду. Так, это была у нас обычная водопроводная вода. Это вода pH 11,5. Видите разницу? Сильно щелочная вода, она способна отмывать с поверхности фруктов масляную пленку, которая, возможно, имеет пестициды, гербициды в своем составе. А после того, как вы помыли овощи сильно щелочной водой 11,5, вы заметите, что они стали чище и объективно вкуснее. В настоящее время мы стремимся употреблять в пищу только экологически чистые продукты. Ионизированная вода 11,5 помогает нейтрализовать вредные вещества, которыми обрабатываются продукты в процессе транспортировки и для увеличения сроков годности. Ионизатор воды настолько многофункциональный прибор, что он может стать незаменимым помощником на вашей кухне.